Камера, мотор! Поехали! А там не видно, видно. Сейчас скажи, камера, мотор, поехали! Камера, мотор, поехали! Всем привет! С вами я, Алиша Данцева, попали на мой канал. И сегодня я с моими сестрами будем снимать новое интересное видео, где мы узнаем, кто же лучше меня знает, моя родная сестра или двоюродная. Кстати, это Тоня, а это Ксюша. Всем привет! Привет, привет! Я подготовила уже вопросы, я буду читать их с телефона, ну а девочки будут записывать ответы. Также оператор Поля нам сегодня помогает. Ну что, девочки, вы готовы? Да. Давайте, открывайте первый лист, но я открываю первый вопрос. Все готовы? Да. Итак, первый вопрос. Мой любимый мультик детства, ну который я обожала в детстве. Так, отворачивайтесь друг от друга и скажите, когда будете готовы. Кстати, пишите в комментариях, какой любимый мультик был у вас в детстве. Не смотрите на трюк. Вот, да. Я не знаю, как так можно сделать. Ну, как-нибудь. Ой, да. На счет три показываем. Раз, два, три. О, я не знаю. Винкс. Правильно, кто не угадал, мой любимый мультик был в детстве, это Винкс. Получается, засчитываем балл только Тони. Оператор, считай. Второй вопрос. Мой любимый шоколад. Ну, марка шоколада, название. Готовы? Да. Да. На счет три поворачиваем. Раз, два, три. Выкажи. Альпингольд. Альпенгольд. Вы угадали, каждому засчитывается по баллу. А у нас на очереди третий вопрос. Полная дата моего дня рождения. То есть, подождите, послушайте. К примеру, 29-е, 08-е и там 05-е. Ну, типа, 2005-е, ну, допустим. А год полностью? Ну, хочешь полностью, хочешь последние, типа, 06, 05, 07, 08, так далее. Если они посчитают месяц. Я знаю. Готова? На счет три. Раз, два, три. Сворачиваем. 10.08.2006, 10.08.2006. Правильно, зачитываете каждому по баллу. Итак, готовы к четвертому вопросу? Да. Да. Итак, четвертый вопрос. Мои любимые конфеты. Я хочу догадываться. Интересно, когда это? На счет три поворачиваем. Раз, два, три. Рафаэл. Мармелад. Нет, моя любимая конфета — это Твикс. Я думала, пишите в комментарии плюс, у кого тоже любимая конфета Твикс. Так, а у нас получается пятый вопрос. Готовы? Да. Да. Давайте. Игрушка, с которой я была везде. Ну, мягкая игрушка, так сказать. А пока девочки пишут, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, ссылочка будет в описании. Готовы? Да. Раз, два, три. Это серый медвежонок. Мишка — серый плюшевый медведь. Правильно. А у нас на очереди шестой вопрос. И он звучит так. Где бы я хотела побывать? Ну, может быть, летать, съездить. Ну что, девочки, вы готовы? Ага. Да. На счет три открывайте. Раз, два, три. Что у тебя? Мальдивы. Я думала... Парижа? Долго. Либо Париж, либо Париж. Ну, и как мне окончательный? Париж? В Париже. Ксюша ответила правильно. Я хотела побывать в Париже, а именно увидеть Эйфелеву башню. Так что... Я не хотела в Мальдивы. Так что ты говорила, я Лети Бак. Я-то Александра. Ну, а теперь седьмой вопрос. Кем я хотела стать в детстве? Ну, кем я хотела работать в детстве? На какой работе?
Да. Я еще с детства это хотела. Готова? Раз, два, три. Хореограф, доктор. Правильно, Тоня угадала. Я хотела стать всегда доктором. Так, следующий вопрос. Мое любимое блюдо. Считается что-то сладкое, может, например, торт, мороженое, это тоже считается. Может быть, макароны, там, картошка, не знаю. Пицца, роллы. Кто знает? Знаешь, вы все я знаете. Потом вариант. Может, пиши, нет, один. Можно? Раз, два, три. Морожка, ролл. Чего все думают, морожка? Я не люблю морожка, роллы. Да нет, я люблю блины. Сейчас восьмой вопрос. Мои любимые танцы в латине. У нас их пять. Я вам сейчас перечислю, чтобы вы могли выбрать, потому что я знаю, что вы не знаете. Вот, наугад, посмотрим. Первое, пасодобль. Можете себе записать где-нибудь. Второе, самба. Третье, чача. Четвертое, румба. И пятое, джайв. Могу еще раз. Нет, их два. Два писать? Ну да. Я выбрала. Готовы? Раз, два, три. Румба чача. Румба джайв. Правильно, румба, а не джайв и не чача, пасодобль. Ну, можно, а как можно по полбалла. Давайте полбалла. А Ксюша тоже угадала? Да. Ну, 0,5. Ну, а теперь у нас 10-й вопрос. На каком видео у меня больше всего просмотров? Проверим, кто чаще всего заходит ко мне на канал. Готова? Да. Еще три поворачиваем. Раз, два, три. На моем дыре, на клипе. Правильно, у меня больше всего на клипе, там 700 с лишним просмотров. Ну вот и закончилось наше видео. По подсчетам баллов у девочек оказалось одинаково. К сожалению, в этот раз никто не получает наказание. Но будет вторая часть, где мы узнаем, кто меня знает лучше, моя лучшая подруга или моя сестра Тоня. Ну а мне пора с вами прощаться. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, а также подписывайтесь на канал Ксюши. Ссылочка будет в описании. Ну что, всем пока-пока! Пока-пока!